Познакомился с этим автомобилем. Он был в плачевном состоянии. С 1994 года находился в гараже по 21. Проделано очень много работы, чтобы показать его вам таким, какой он есть сейчас. Естественно, есть проблемы по кузову, по ходовой части. Эта машина была на долгое время забыта в закрытом гараже. А то, как мы ее забрали с момента приобретения до сегодняшнего дня, смотрите дальше. Очень много было проделано работ по данному автомобилю. На мое удивление, за такой долгий простой ни одна из ходовых характеристик или частей автомобиля не пострадала. То есть были полностью перебраны тормоза, тормозные цилиндры колесные, главный тормозной цилиндр. Полностью восстановлена система сцепления. В дальнейших планах полное восстановление этого автомобиля с разборкой до болтика и сборкой заново. В данный момент автомобиль на ходу. Перебрана печка. Полностью в рабочем состоянии. Видео по этому автомобилю будут выходить посерийно. Так мы сможем понять наш прогресс в этом направлении с момента покупки до конечного результата.